Здрасте всем. Утро доброе. Если оно доброе. О, смотрите, какая железяка поехала он. Людей на работу повезла. На док. Это все вот территория Устилимская тут. Это вот. Док здесь. Вся эта лабуда. Короче, мы вот так миленько тут под трубами переночевали. Всю ночь эти машины. А под утро вообще, ну как там, спалось хорошо. А что делать? Пропуска нет. Вот это КПП, которое сзади. Здесь надо выписать пропуск, а на меня данных нет. Вот там вот выписываешь. О, видите, даже дровосеки вот здесь что-то через этот шлагбаум ездят. Интересно. А это поставил дорогу, перегородил. Вот, и потом ехать на КПП номер 7. Я не понимаю, почему нельзя выписать пропуск на КПП номер 7 сразу. Хорошо пригружено, согласитесь, Вольвочка. Вот, КПП номер 7. На мостик поднимаемся. Паркинг, правда, указан 1,2 километра. Да, ну, ехать куда-то. Потом сюда возвращаться. 1,9 километра. Вот туда. Вот. Дровосек поехал. Как охрана сказала, они начинают работать с 9 утра. Бюро пропусков, естественно. Пока там кто-нибудь, все проснутся, пока сюда им пришлют. Ну, мы сейчас с 8:30, сейчас 7:30. С 8:30 начнем. Контакт тут есть, он мне все рассказал, этот контакт. Может, они просто не успели сбросить, потому что, ну, считайте, я выехал в 4:30 вечера. Я думаю, что они просто не успели сбросить вчера мои данные. Бюро пропусков просто тупо закрылось. Посмотрим, не знаю. С 8:30 начну барабанить этому контакту, что он скажет. Потому что у нас сегодня задача выгрузиться и на загрузку приехать. Еще и загрузиться. Как мы вам внешний вид, да? Чумазые уже. Все. Да тут, вы видите, никуда не вылезти. Кругом болото. Осень. Пойдем. Самовар поставим пока. Будем ждать и будем звонить. Сейчас. Ты чего, говорит, не приехали? Через 600 метров.
Я не знаю, в чем причина. Тут уже кто только не звонил. И отправители, и диспетчера, и даже охрана тут бегала, метусилась. Они меня немножко узнали здесь, на охране. Причина, почему нам не сделали пропуск, нас не пускают в завод, говорят разные. То ли завод воспротивился, то ли завод в позу стал, то ли завод этот ЛПК, то ли он это... Там проверка какая-то. В общем, всем рассказывают разные сказки. Не знаю, в чем основная причина. Короче, мы едем сейчас не в сам завод. На развилке держитесь левой стороны, затем плавный поворот направо. Не доезжая завода, где-то с правой стороны, мы сейчас должны... Вон завод впереди, прямо перед нами. Он же огромнейший здесь, а мы здесь вот где-то справа должны сейчас выгрузиться. Но тоже сейчас надо печати тут какие-то, что с этими печатями. Короче, тут если переадресовка, надо тут это... Все это дело... Номер 7. Ну, КПП номер 7. Плавный поворот направо. Затем ваше место назначения будет справа. Так мне и надо было на КПП номер 7. Я что-то нифига не понимаю. Ну, прислали меня на КПП номер 7. И что дальше? Здесь еще кто-то встретит, что ли, или что? Ну я откуда знаю? Не я же его выписываю, пропуск. Куда едем? Дальше. Прямо, да? Да, прямо едем, там это возле офиса разгружения. Ну, печать все есть? Печать, я сюда, сейчас сюда перейдем, потом ей печать быстро это такое. А печать этой фирмы, да, будет? И как Эста. Она? Да, Эста, да? Печать да. Эста, да? Да. Угу. 20 тонн. Получает 5 пачек. 5 пачек, да. Целый день пропуск прождал. Целый день. Когда это такой будет, это здесь это есть. А. Там, блядь, не помню, блядь, как работает на офисе. Прямо возле офиса разгрузим, да? Вот давай на дорогу выгрузим, чтобы никто проехать не мог. В следующий раз пропуск будут давать. Это здесь строится что-то? Вот сюда надо было заезжать, да? Нет, другое место. Другое я место. Дальше едем, блядь. Ага. Просто, блядь.
пропуска не дал, бля. И это там охрана, женщина рабочая, ее телефон номер нашел, поговорил, бля, давай это шоколад привезем, опускай. Нет, не надо, бля. У меня проблема будет, говорит. Ну она, да. Вот, налево, да? Да. Ее можно понять тоже, да? Как это будет там, это я зелень, бля, там. Мне 3 часа сказал, а другой номер отправил мне. Вот это направил, то там вручную. Вот сюда нам, да? Да, да. Угу. Передом заезжаем или задом заезжать? Нет, передом. Передом? А, вот туда под шлагбаум вот этот? Да. Правее, да? Да, да. Это наша охрана стоит. Не надо, я здесь сижу. Свои все, да? Да. Здесь должны так, оп! Вот это желтый кран поставим возле, сразу разгружаем. Сейчас я начальник это скажу. Ждет он, блядь, чего бы мне надо. Давай выходим. Я не проеду здесь. Надо шлагбаум, ну, веревку надо убрать. Ё, бля, он где стоит охранник? Где охранник? Ваш. Где там спешного? Шеф, мен шимде Пентагонга келдим, араваны булдым. Бурда битана сарык винч дурур. Бу кимин винчи билмадым ама. Булан бир конушсаңыз, бунда алсак. Onu bilmem valla. Ama 50 tonluk demir vinç olsa daha iyi olurdu. Şey, iki paket alardı. Alabilirdim. Yok, o alamaz. Bilmem de yok da bu ofisin. Nereye indirelim, kimden soralım, nereye indirelim bilmem. Burgayş. Şimdi bak, 5 tane var, 5 paket bulman lazım, 20 ton diyor burada da kimin. Evet. Bu vinç değil mi? Bilmem, sökmese de olur, sökse de olur. Bilmem ama şimdi ben konuşalım çok bu vinç de şey sıra. Сейчас в машину, чтобы могли проехать, вперед проеду. Сейчас я сюда остановись, это я. Ну да, да. Иду, да. Разгружаем, может быть, этот кран разгружаем, посмотрим. Хорошо. Ну вы поняли, короче, да? Не, фирма Тава, Тестак Конструкцион, они у меня и получатели. И этого на, у него тоже написано Эстово на куртке. Просто они не смогли сделать пропуск завод. В общем, сейчас они тут определятся, где что, чего и как. Я крышу сдвину, пускай расщехляю, пускай выгружают. Твердом. Что-то маневрируем тут. Как они меня собираются тут. Сюда? Сюда? Сейчас кран поставишь, потом ты заходишь сюда. Вот сюда где-то дерево, между деревом и этим? Между деревом и этим? Да. Не знаю. Куда он хочет, чтобы я зашел? Да? Не залезу. Наверное.
потом выезжать. Задом, наверное, придется. Передом я тут хрен выеду потом. И развернуться мне тут негде. Короче, все весело. Видите, какое-то строительство идет масштабное. Обалдеть. Назад вот это как все маневрировать. Заехать-то я заехал. Ну ладно, пойду пробовать расчехляться. Что, нормально? Пошла я. Одну достали, еще четыре. Выезжать потом отсюда придется, наверное, задом. Дерево тут ни к столу, ни к городу. Они могли спилить его. Поднимай, поднимай, давай. Не тяни время. Видите, как она гнется. Эти завозили, у них не гнулось. Ну, у них там специальные чалки, специальные цепи. А так что, на 12 метров длиной, конечно. Туда, говорит, смотрите. Больше 5 тонн, видите? Больше 5 тонн пачка. Да, Цеденька, бегите, бегите. Лучше бегите, да.
Рухаются, кричат. Смешные ребята. Ира горит на полную. Для себя оставляю. И в YouTube тоже. Люди нужные. Еще три подъема пережить. Последнюю достают, я уже просто выезжаю. Я сейчас ворота оторву. Ворота цепляются. Кстати, так выводят все. Ворота оторву, говорю, за дерево. Не вывели. Я задом буду выезжать, я здесь не выйду. Ну вы лучше отъедьте сюда. Ну, пускай эту тоже уберет. Ну. Я хвостом ее не уцепил. Ну, может и нет, но я не знаю. Лучше уберите, еще так надежнее. Да, да, я там проеду. Машинки эти уберу сейчас, и я проеду. Радиус возьму и проеду. Пол седьмого.
Отогни ее чуть-чуть. А чего не закрыть? Мне не надо закрывать. Сейчас как хвост начну выкручивать, будете вот так вот. Сейчас я закрою. Раз горочку стану, чтобы штура легче назад пошла. Строится здесь целлюлозно-картонный комбинат. Окончание строительства — третий квартал следующего года. То есть в следующем году летом уже должны запустить здесь все. Вот. Ну, как раз приехали сюда. Вот это проходная 7. Вот сюда я должен был заехать, туда прямо внутрь, в их объект, где они строят, и выгрузить эту арматуру. Но что-то у них не получилось с пропуском. По итогу вы все видели сами. Ну что резюмировать-то так-то? Ну, особо-то мы сильно по времени-то ничего не потеряли. Единственное, что надо опять там переносить дату загрузки, опять пришлось. Что сейчас 7 вечера. Понятно, никто меня сейчас грузить не будет. Естественно. Через 50 метров резко. Ну а так бы, если бы даже мы сегодня загрузились вечером, понятно, что мы бы никуда бы на ночь сегодня уже не поехали. Ну, единственное, что уже мы были груженные. Ну а так, завтра загрузим. Дай бог, я уже боюсь, что загадывать. Не буду строить планы, предположения. Дай бог, завтра загрузим и двинем на Минск. А сейчас двигаем туда, на загрузку. Нам в сторону туда, как выезжать. Даже, наверное, скорее всего, будет и Усть-Илимская ГЭС. Видно. Подъезжал подписчик, пока стоял там. Один подписчик написал в Инстаграм, второй подписчик подъехал, Павел с супругой. Постояли, поговорили, говорит, освободишься, позвони, поедем в ГЭС, посмотрим экскурсию. Ну, сейчас какой смысл? Все равно ничего не увидим. Темень уже. Поэтому, что я буду звонить? А завтра, как загрузят, если документы отдадут, ну что, и ехать надо. И так времени потеряли. Я почему-то думаю, что все, что не делается, делается к лучшему. Вот почему? Мне так кажется. Значит, так было надо, чтобы мы здесь день сегодня протусили. Завтра у нас четверг.
уехал, что за мной стоял. А я захожу сюда это, ну, спросить утром. Смена-то уже другая сидит, не та, которая ночью была. И девчонка там на компьютере набирает туда-сюда, а потом говорит это. А я, говорит, вас в Инстаграм нашла. Интересно. И мне в телефоне показывает фотографию машины, все. Я говорю, ну, подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Шучу, конечно, не говорила, я подписывался. Захочет, подпишется. Вот, так что ей привет. Если она вдруг подписалась, может, еще и в YouTube зашла. Павел с супругой, вам спасибо за приглашение на экскурсию. Ну, сейчас я не вижу никакого резона в потемках, в чем мы там все равно, ну, ни черта не увидим. Поэтому мы сейчас едем к месту загрузки. Не знаю, запустят, не запустят. Я уже не стал никому звонить. Хотя, в принципе, может сейчас позвонить. Ладно, сейчас я доеду туда. Ехать 4,5 километра. Не, ну, 5,5. Видите, расширяется ЛДК, ЛПК. Будут уже целлюлозно-картонные, но это... Если по всем современным построят, то, я думаю, уже, наверное, строят по современным. Потому что если не по современным, где целлюлозно-бумажный комбинат, я сразу, у меня сразу Сегежа вспоминается в Карелии. Сразу! Я ее вспоминаю. Там эта труба, она там одна единственная. Но отравляет она там все. Вот. Тысячу лет там не был, но когда-то мы туда тоже с бумагой частенько ездили. С Бизера часто туда ходили бумагой грузиться. Вот. Ангара у нас вот сейчас справа. За пустухой все равно видно не будет. Правильно поступили с этим грузом? Неправильно? Я думаю, что правильно. Сильно много времени не потеряли. А приехали сюда не пустые. Все. С грузом тему закрыли. Едем на погрузку. Эта дорога нам как это... Как на выезд отсюда. Кармашка. Видишь, выскочила уже на волю. Отпустили. Но он далеко от города. Получается, считать, ну, почти 10 километров. Это больше, наверное. Не, ну, километров 10 тогда. Пешком не нахуй. Не зря, что трамвай бегает такой. Это как это тоже там, да, в Старом Осколе. Электрометаллургические. 40 минут там, по-моему, или полчаса, или 40 минут надо со Сколы на завод на трамвае ехать. Еще трамваи такие. Там интересно. Катался. Доводилось. Вот типа таких, как тут. Ну такие уже древненькие такие, знаете. Не то, что там в Москве такие современные бегают, а такие вот уже. Я как раз зимой был, так это... Как она называется? Машинист, не машинист, короче, водитель трамвая, сидит такая в полном обмундировании, я имею в виду, в шапке, в шубе, холодно, там видно, топит хорошо. Но это я про тот, про Оскольский. Вот мы и почти до моста добежали. Машки вбит координаты. Я еду туда же, где Михаил Владимирович грузился. Видите, типа грузовикам нельзя, да? Обалдеть. Другой дороги нет. Может, и ездить буду, я не знаю. Через эту. Но мы не будем переезжать на ту сторону. У нас на этой стороне.
километр. Весьма так стрёмно, конечно, тут налево. Поехали. Далее я приехал. В общем, все, мы выяснили. Грузить нас будут вот с того пандуса, прямо вот с тех ворот. Прямо вот вплотную становишься, открываешь, и прямо оттуда будут нас загружать. Ну, естественно, это все будет завтра. Поэтому сейчас мы что делаем? Сейчас мы где-то развернемся быстренько. Встанем на сухое. К барбосам близко не полезем. Потому что они могут обидеться, да? И это. И все. Завтра с 8 они начинают работать. Если они оперативно начнут все делать, если документы у них готовы, то... Глядишь, завтра к обеду мы можем отсюда и двинуть. Я посмотрю, сейчас будем разворачиваться. Или завтра уже по-светлому. Темень. Грязь, болото, никуда не пройти. Катастрофа просто.
Надо стать где посуше. В принципе, а что тут разворачиваться-то? Вот назад сдаешь, сюда морду загоняешь. И потом сюда ее выламываешь. Все тут элементарно и просто. Сюда и потом вот сюда. Наверное, сейчас это все сделаю. И вот прямо вот здесь, наверное, вот и стану. Тут хоть вот, о, вот здесь вот колесами стану. Тут хоть можно с кабины вылезти на сухое. Но, чтобы сейчас попасть в кабину, надо вот там с пандуса спрыгивать. Потому что я здесь не пройду, я здесь утону в кроссовках. Ну все тогда. Вот такой у нас сегодня забавный денек получился. Спасибо за внимание. Пошел я разворачиваться. Где тут по суше? Вот здесь вроде. Оп. Ага, по суше. Ой, твою дивизию. И на сегодня все.